как правильно взять, вернее даже как правильно отправить ссылку на регистрацию агента, чтобы ваш новый агент случайно не ушел в какую-то другую структуру, к другому человеку. То есть мы переходим в личный кабинет агента, вверху нажимаем «Скопировать», ссылка скопируем. То есть, видите, это реферальная ссылка на привлечение агента в команду. Ссылочку мы скопировали. Переходим в Telegram. Лучше это делать в WhatsApp. Но если вдруг все-таки мы говорим про Telegram, как отправить здесь? Нажимаем «Вставить». И смотрите, если мы отправляем вот так, это неправильно. Это, как вам объяснить, человек может перейти к другому. Потому что ссылка активна, если мы нажмем на эту ссылку, и ссылка активна, если мы нажмем на сам баннер. Понимаете? Если клиент, вернее, агент нажмет на сам баннер, то вот здесь вот как раз засады и кроются. Телеграм ломает ссылки. То есть здесь важно, чтобы он правильно нажал. Как правильно отправить в этом случае? Еще раз. Вставляем ссылку и нажимаем крестик, чтобы этот баннер закрылся. Вот так. Вот эта ссылка будет отправлена правильно, и агент не уйдет к какому-то другому агенту, да? То есть, если мы говорим про Telegram, имейте в виду, как правильно делать, как неправильно.